Нужно ли кому-нибудь доказывать, что омикрон, штамм омикрон вовсю распространяется по Магаданской области? Надо доказывать? В Магадане прошло заседание правительства. Темой для обсуждения стали актуальные вопросы по борьбе и предупреждению новой коронавирусной инфекции. Лечение по Дельта и Омикрон есть методические рекомендации от Министерства здравоохранения. Это 14-я версия. Нет разделения на Дельту и Омикрон. Даны схема амбулаторного лечения, лечения в стационаре, в том числе для детей, беременных, для пациентов с осложнениями. По городу работают колл-центры, которые уже начали обзвон пациентов. Больницы и бригады скорой помощи находятся в полной готовности. Вот из обозначенных студентов медицинского колледжа сегодня 8 человек трудятся на колл-центрах городской поликлиники, 8 человек на территории детской поликлиники, еще привлечено 4 фельдшера дополнение. То есть волонтеры уже участвуют в работе по ковиду. Губернатор потребовал исключить случай халатного реагирования на обращение жителей в колл-центры в условиях пандемии. Всем руководителям медучреждений было поручено ужесточить проверки и обучение работников, принимающих звонки, устранить все ошибки, недочеты в выполняемой ими работе. Любовь Голембиевская, Олег Калугин, специально для вечернего Магадана. Я прошу.